हरे कृष्णा ओम ज्ञान विभ्रांतस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय of Mr. Прежде всего, я приношу свои почтительные, безграничные поклоны к лотосным стопам моего божественного духовного учителя Шрилы Бхакти Сиддханты Шрирупа Сиддханти Госвами Махараджу. А также приношу свои смиренные, безграничные поклоны к лотосным стопам Нитилила Правишта Вишнапада Штота Рашата Шишимат Бхактивиданти Шрили Нарайни Госвами Махараджу, кто мой Шикша Гуру. Я также кланяюсь им Саньяси Гану, Шили Мадхави Махараджи, Шибон Махараджи, Шипад Нарисимхи Махараджи, всем Вайшнаму Вайшнаве, все, кто, всем ему Саньяси Гану, всем Вайшнаму Вайшнаве, все, кто собрались сегодня. Сегодня очень удачливый день, поскольку мы приехали на Шигири Радж Гавардхан, день явления Радха Кунды. Это очень сокровенное место. Не каждый может находиться у подножия Гири Радж Гавардханы, в особенности в месяц Картика. Поскольку сам месяц Картика — это слава самой Шри Матери Радхики. Наш возлюбленный Шрила Гурудев Шрила Бхактиданта Нарайана Госвами Махарадж, он совершал в этом самом месте аскезы. И Шрила Гурудев рассказывал об этом. Наши Госвами постоянно совершали свой глубокий баджан аскезы. Итак, Шрила Гурудев сам рассказывал, что в этом самом месте, где находится наш матх, он совершал аскезы, он совершал аштаки, он старался контролировать свои качества, гнев и прочее. Как в Шат Госвами Маштаке говорится, Шанка, Пурвака, Гана, Нама, Нативи, они повторяют фиксированное количество святых имен. В то время Гурудев говорил, я не совершал... Он повторял очень много святых имен. А у нас проблема повторить 16 кругов в течение дня. Гурудев воспевал 100 тысяч святых имен каждый день. Он изучал книги Госвами. И совсем на немножко ходил собирать подаяние в Раджабасе. और जिनकी प्रभाव से भजन की प्रभाव से अभी सारा दुनिया
А сейчас посмотрите, имя Шрилы Гурудевы известно всему миру. Очень хорошо известно, и он отправился на весь мир, чтобы распространить послание всем живым существам, воспевать святые имена Хари Кришна Махамантру. Итак, в этом месте, где Шрила Гурудев совершал свой баджан, здесь был построен матх, в котором мы все собрались. Итак, в этот самый день явилась Радха Кунда. В этот день сама Шримати Радика проявила Радха Кунду. Совершая баджан здесь, на Говардхане, это очень возвышенное сокровенное место. И особенности в месяц Картика. И в этот самый день сама Шримати Радика проявила Радха Кунду. То, что мы можем обрести настолько возвышенный вкус бхакти расы, который недоступен ни в каких других мирах, ни на Сваргалоке, даже не на Вайкунхе. Просто встрепените себя и осознайте, насколько мы удачливы. Как Шрила Рупа Госвами говорит в этом стихе. Да. Среди духовного мира Вайкунхи самая Матхура более возвышена, чем Вайкунха, потому что там находится Шри Кришна, поскольку там он является свой возвышенный танец раса в самом Вриндаване. И Вриндаван более возвышенное место, чем Матхура, но более возвышенное место, чем Вриндаван, это Гирирадж Говардхан. Самое возвышенное место, чем Гирирадж Говардхан, это Радха Кунда. Поскольку сам Гирирадж не отличен от Кришны, а Радха Кунда и Шьяма Кунда считаются двумя глазами Шри Гирирадж Говардхана. Если вы видите кого-то, то сперва мы видим глаза человека, и глаза могут нам рассказать, счастлив человек или нет. Мы познаем человека по глазам. Подобным образом также мы можем познать Гирирадж Говардхан, и мы встречаемся с его глазами. Итак, когда Шри Шьяма Сундар, Шри Кришна, убил Ариштасуру, и он хотел встретиться с Гопи, но Радика сказала ему: «О, не приближайся к нам, ты ведь убил корову». Это вообще-то была не корова, это был бык, сказал Кришна, и более того, это был демон, но Радика сказала. А Кришна продолжал: «Кто-то повторяет мои имена, полностью очищает себя», но Радика сказала. Но сперва ты должен очистить самого себя, чтобы приблизиться к нам. И Радика продолжала, гопи говорили: «Нет, ты не можешь к нам приближаться». Это была причиной появления Радха Кунды и Шьяма Кунды. Сперва тебе нужно мыться во всех святых источниках. И Кришна ответил: «Ну нет, я не пойду никогда». Он взял просто свою флейту, коснулся земли. И проявил прекрасную Шьяма Кунду, в которой входят все священные источники, все тиртхи. Матхура, Дваракапури, Ганготри. Все святые места, святые источники находятся в этой Шьяма Кунде. Они проявились в том месте, сложили свои ладони и сказали: «О, Кришна, как же мы можем служить тебе?»
И тогда Кришна сказал, пожалуйста, войдите в воды, это Шьямакунды. И так, после этого, когда они вошли в эти воды, Кришна мылся в водах Шьямакунды. И тогда гопи подумали, если Кришна явил Шьямакунду, чего бы нам не проявить свою собственную кунду? И они стали копать, Радхарани, и другие гопи стали копать своими браслетами место, они сделали Радхакунду. Но вода там не появлялась. И Радик сказал, чего это, у тебя есть вода, у нас нашей кунды воды нет совсем? И Кришна говорит, ну возьмите воду из моей кунды. Радика сказал, нет, ты такой нечистый. Если мы возьмем твою воду, мы также будем нечистыми. И тогда Кришна сказал всем святым тиртхам, вы получили мою милость, но не получили милость Шримати Радхарани. Божественная чита Рада Кришна не отлична друг от друга. Нет разницы между ними. Наш Шрила Бхактивинода Такур молится. Здесь Бхактивинода Такур говорит, тот, кто желает обрести Раджа Расу, тогда ему необходимо общаться с теми, кто поклоняется Божественной Чите ради Кришны обоим. И Шрила Вамана Госвами Махарадж говорил, если кто-то желает поклоняться лишь только Верховной Личности Бога Шри Кришне, или другим личностям, нет ничего, это их желание, но я лишь желаю поклоняться лотосным стопам Шримати Радхарани. Я не желаю видеть лица тех, кто желает поклоняться, не желает поклоняться Божественной Чите ради Кришны. Шри Рагунада с Госвами говорит в этом стихе, до тех пор, чтобы окунуться и полностью погрузиться в бесконечный океан Бхакти-расы Шри Кришны, необходимо принять прибежище лотосных стоп Шримати Радхарани. А тот, кто не принимает прибежище, тот, кто принимает прибежище у лотосных стоп Шримати Радхарани, это значит принять прибежище у Шри Вриндавана, поскольку весь Вриндаван украшен ее лотосными стопами. И самая важная вещь, нужно постоянно находиться у лотосных стоп такой личности, кто поклоняется Божественной Чите, обладает этими возвышенными эмоциями Бхакти-расы. Только так мы можем погрузиться в этот бескрайний океан Бхакти-расы. И Кришна без Шримати Радхарани неполноценен. Итак, тогда все святые тиртхи стали приносить свои поклоны и стали возносить ей молитвы. Кадакарикша симхамам крипакатакшабаджанам. Shri 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 Shri
Praджапите, Шри Радхике Намастуте. Итак, все святые тиртхи стали возносить свои молитвы лотосным стопам Шримати Радхарани. О, Кишориджи, пожалуйста, пролей милость на нас. Мы желаем служить Тебе и наполнить это место Твоей Рады Кунда священными водами. И тогда Кришна сделал небольшой перемосток между Рада Кундой и Шьяма Кундой. И мы видим это по сей день. Они соединены. И в действительности Рада Кунда и Шьяма Кунда не отличны друг от друга, но они выглядят по-разному, являя различный облик. Шримати Радика очень дорогая и близка к Кришне, поэтому Рада Кунда очень близка к Кришне. Также сам Кришна очень дорог и близок к Шримати Радике. Также и Шьяма Кунда очень дорога Шримати Радике. Поэтому Рада Кунда — это не просто Кунда, это сама Шримати Радика. Шримати Радика очень простосердечная в облике Рада Кунды. Когда Шри Рагунас Дас Госвами обустраивал Рада Кунду, Шьяма Кунду, занимался строительством, реконструкцией Рада Кунды, Шьяма Кунды, так они приобрели этот облик сегодня. А до этого, во времена пандавов, то есть в этом месте пандавы совершают баджан. И когда была реконструкция, пандавы взмолились: пожалуйста, не выдергивайте нас, потому что здесь мы совершаем баджан, чтобы обрести милость Шримати Радхарани. И Шрила Гурудев говорил, было четыре дерева, и сейчас одно дерево. Сейчас стоит только одно дерево, и только это дерево олицетворяет Пхима. И сейчас, если вы отправитесь на Шьяма Кунду, мы сейчас не увидим даже и этого дерева. Итак, пять пандавов совершали баджан на берегах Рада Кунды, чтобы обрести милость Шримати Радхарани. Когда Рада Кунда и Шьяма Кунда проявились, в то время Пурнамаси, она наказала Тунгадеви, наказала Вриндидеви украсить Кунды искусным образом. Итак, Пурнамаси — это та личность, которая устраивает множество игр. И Вриндадеви, она устраивает много игр в Никунджах. И она украсила Рада Кунду, Шьяма Кунду искусным, изящным образом. Очень красиво. И все кунды были наполнены красными, белыми, голубыми цветами лотоса. На каждой стороне кунджи Рада Кунды находится кунджи Аштасаки и кунджи Манджари. И некоторые кунджи украшены белыми цветами, некоторые кунджи лишь только листьями. И это подобно миражу. Если зайдете в эту кунджу, то никто не сможет увидеть, что происходит в этой кунджи. Потому что эти кунджи сделаны таким образом, что они сливаются с телом Рады и Кришны. И те, кто совершает игры в этих кунджах, как говорится в этом баджане, Рада Кунда Тата, да. Кунджа Кутира Гоп.
Варна Парвата Ямуна Тире. Шрила Бхактинат Такур молит. Шрила Бхактивинод Такур пишет, что Радха Кунда украшена различными драгоценностями. Там различные птицы заливаются на берегах Радха Кунды. И птицы разговаривают друг с другом изящным языком. Они говорят: «Кришна подобен опьяненному слону». И они говорят «Ке». И когда они говорят «Ке», они говорят: «Кришна подобно опьяненный разъяренный слон». «Ка» означает, что этот слон лишь может находиться под контролем нашей с вами ниже Шримати Радхарани. И также и там, на берегах Радха Кунды, находятся качели, которые изящно украшены по уголкам Радха Кунды. Шрила Рупа Госвами Пад описывает в Чата Пушпанджали. И когда он показал свою рукопись Санатану Госвами, вот тогда он сравнил косу Шримати Радхарани подобной черной змеи. И тогда Санатан Госвами сказал: «О, ты не можешь сравнивать он, косу нашей Сваминиджи с черной змеей, это неверно». И когда он ушел от Рупы Госвами, тогда он увидел на берегах Радха Кунды висела качеля, и там сидела маленькая девочка, и волосы ее были черными. И тогда он увидел, что черная змея вьется возле этой маленькой девочки, и Санатан Госвами вскричал: «О, Лали, посмотри, черная змея находится рядом с тобой». И тогда он увидел, что это была сама Шримати Радхарани, и исчезла из этого места. И тогда Санатан Госвами осознал: «О, все, что написал Рупа, в этом нет никакого недостатка. Все полностью верно. Все деревья и лианы, они погружены в глубокое памятование нашей Матери Радхарани». Шри Вринда Деви говорит: «Я видела, как Кришна танцует на берегах Радха Кунды и получает наставления от деревьев и лиан, как танцевать. И все они являются учениками, наставниками в танце для Кришны. Все лианы, деревья, кусты на берегах Радха Кунды обучают его». Поэтому мы очень удачливы, что под руководством Шри Гуру и Вайшнавов на месте, в котором мы приехали совершать баджан, в день явления Радха Кунды, мы обрели возможность находиться здесь, поскольку это необычное место. Это мы также следуем обетам Картики, совершаем Ньяма Севу здесь. Поэтому я молюсь Гурудеву: «О, Гурудев, пожалуйста, пролей милость на нас. Я молюсь о милости Вайшнау, чтобы они пролили милость на нас. Потому что все наши госвами возносят, совершают глубокий баджан на берегах Радха Кунды, чтобы однажды мы обрели такую возможность войти в эти игры».